Благословенно царство.
преосвященнейшем митрополите Ларионе, первородце Русской Зарубежной Церкви, честный пресвитерстве во Христе диакон Стефсин, причти и люди Господу помолимся. Аминь. Блаженно твоя церковь, Господу, за мы
и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благи человека любит Бог, еси и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Я тебе, Господи, славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Thank you.
от восток придоша в Иерусалим, благоюще, где есть рождейся царь иудейский. Видя комба звезду его на востоке, и придоком поклонитесь ему. Слышу же Ирод царь смутися, и вся Иерусалима с ним, и собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошаш от них, где Христос рождается. Они же рекоши ему, Вифлеем иудейским, так описано есть пророком, и ты, Вифлееме, земли Иудова, ничим же меньше еси во владыках Иудовых, и себе во взыде изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод тай призвал волхвы, испытаваши от них время явшейся звезды, и послав их Вифлеем рече, шедши испытайте известно о отрочати, их даже обрящите, возвести семи, якоды яс шед поклонюся ему. Они же, послушавши царя Идоша, и се звезда, юже видиша на востоке, идишь, идяше пред ними, думнеже пришедше ставерку, идеже ветроча. Видишь же звезду, возрадовавшись радостью, верю взяла, и пришедше в храмину, видишь отроча с Марией, матерью его, и паче поклонившися ему. И отверши сокровище свое, принесуши ему дары, злато и ливан, и смирну. И весь приемши во сне, не возвратися к Ироду, иным пути от Идоша в страну. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
священного наших и всем во Христе братстве нашем. Патриарши православных и благочестивые цари, и благовенные цари, и всякие создатели святого храма сего, и о всех прежде почивших, о всяких братьев, сдержащих, и повсюду православных. Всеми всечестным храме, всем труждающимся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Творите соглашение, Господи, верно глашен и помолится, да Господь помилует мир. Огласите слово истины. Честное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Берите оглашение, извините. Оглашение, извините. Берите оглашение, извините. Берешел оглашение, извините, верные боги, боги, миру Господу Богу. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и во веки веков.
великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкого Сергия Лавры, священного Кимандрита, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита восточноамериканского и нью-йоркского, первиерарха русские, зарубежные церкви, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, 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 Господи
Сие есть тело мое.
неизгладимое в оставление грехов. Пейте от ней отцы, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая. Изрядно по пресвятей пречистей преблагословенней славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.
Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Троицы Сергиевой Лавры Священно-Архимандрита, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первого иерарха русские зарубежные церкви, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих словом Твоей истины. И дай нам единим и устным, и единим сердцем славить и воспевать и пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Господу помолимся, Господи, 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 и дар Святого Духа помолимся. Господи, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, и всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Душителя наших, у Господа просим. Божественное вступление грехов и прегрешения наших, у Господа просим. Господи, и болезни душам нашим, и мира, мира, и у Господа просим. Божественное время живота нашего, и мира, и пока я не скончати, Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, с одерзновением, и осужден нас сметь призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Веков. Мир всем.
щедротами и человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Святые, есть и славя.
на шестоту молитву, молитву, славу, благородицу, святую на все святые твои. Воскресенье, что мы не поменялись, что судим, воскресенье, что мы поступим, 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 что мы Вместе с местом, прошу, святитесь, но вечером, слава Богу, спасибо, всякому ныне изречённо, прежде чистое, прошу, слава Богу, самое лучшее, запасы, вечером, что все, а будешь вечером. Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского иерарха Русской зарубежной церкви, преосвященные собратья и пастыри, всечестные отцы, братья и сестры. Чувством глубокой духовной радости приветствую верных чад Русской зарубежной церкви и всех русских православных верующих, рассеянных, как Божья пшеница, по всему миру, с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. Да пошлет всем нам Господь эту спасающую мир радость. И подвиг веры, и плод ее должен быть этой радостью от Рождества Боговоплощения, ибо человечения, от слышания небесного славословия и неземного мира, воспетого над градом Вифлеемским. В дни рождественских святок особенно чувствуется любовь Божия к нам грешным, ибо несмотря на то, что человечество отвернулось от своего Создателя, Творец стал тварью. Всемогущий Бог сошел с небес и стал одним из нас, родившись беспомощным младенцем в убогой пещере, куда загоняли скот в плохую погоду. Бог становится человеком ради того, чтобы совершилась таинственная встреча между Ним и нами, чтобы разрушить преграду между небом и землею, воздвигнутую человеческим грехом. Встреча эта должна происходить в нашей внутренней жизни и во взаимоотношениях с образом Божиим, отражающимся в наших ближних. В эти святые и радостные дни каждая приходская церковь становится Вифлеемом, а каждое сердце человеческое – вертепом. Наши храмы по всему миру наполняются народом Божиим. А что происходит в вертепе сердца нашего, куда стучит Христос со святым семейством? Открывается ли наше сердце? Принимает ли оно Господа? И что находит в нем Господь?
задумаємося над тим, дорогі Господи, отці, браття і сестри, і вспомнім слова Ави Макарія із достопам'ятних сказань. Однажды, проходя с братьями через Египет, Авва Макарий услышал слово отрока, который говорил своей матери: «Матушка, один богач любит меня, а я ненавижу его, а такой-то бедный ненавидит меня, а я люблю его». Услышав это, Авва Макарий удивился. Братья спросили: «Что значит эти слова, что ты, отец, им удивился?» Старец отвечал им: «Действительно, Господь наш богат и любит нас, а мы не хотим его слушать, а враг наш, дьявол, беден и ненавидит нас, а мы любим его скверный». Итак, широко раскроем свои сердца, примем пришедшего на землю Сына Божия и соединимся к словословию ангелов, поклонимся Ему с волхвами, возрадуемся о Его любви и милости к нам. Постараемся в меру своих скудных сил ответить любовью на Его любовь и насладиться общением с Ним, укрепив нашего ближнего добрым примером христианской жизни и сердечным к Нему расположением. С нами Бог, Своею благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С любовью о Христе родившемся и просьбой о молитвах. Иларион, митрополит восточно-американский и нью-йоркский, первый иерарх Русской зарубежной церкви, Рождество Христово 2011-2012 годов. Из двух чаш. Мой дорогой собрат и сослужитель, и наш общий сосед из Казанской церкви, отец Леонид, будет причащать на середине храма. Я буду причащать на обычном месте. Верую Господи, исповедую, яко ты еси, воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть и маз. Еще верую, яко сия самое есть пречистое тело Твое, сия самое есть честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешение мое, вольное, невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, оставления грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои, я тайные дни, Сыне Божий, причастный ко мне прими. Небо врагом Твоим тайну повел, не лазание Тебя, мяко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Явлены нам и всему миру с пришествием
на землю Бога человека. Рождество Христово озарило наш мир светом разума, как мы поем в праздничном тропаре. Оно принесло людям надежду и явилось источником жизни и бессмертия, любви и мира. Поэтому по зову нашего верующего сердца возрадуемся о родившемся Спасителе, Господе нашем Иисусе Христе. И из глубины души вознесем свои молитвы Богу. Он, сердцеведец, услышит нас, ущедрит своей божественной любовью и ниспошлет нам в новом году свое благословение. Сегодняшним моим обращением ко всем вам объявляю наступивший год временем молитвенной и внешней подготовки к 2013 году, когда наш Серафимовский приход будет отмечать свое 60-летие. Внешней подготовкой следует считать ремонтно-строительные работы к Пасхе, например, будет отремонтирован иконостас, роспись нашего храма будет продолжаться. Благоустроение территории нашего прихода, подготовка памятных изданий. Что же касается молитвенной подготовки, то ее частью станут церковно-приходское паломничество на Святую Землю. Предположительно, с 17 по 28 августа нынешнего года. Более регулярные беседы во время наших трапез и другие мероприятия подобного рода. Сугубая молитва за создателей, почивших настоятелей и прихожан нашего храма. Главная цель данной подготовки – обновление наших сил, оживление духовной жизни нашего прихода, анализ пройденного пути и так далее. Если мы отнесемся к этому серьезно, то, несомненно, будут добрые плоды как в церковно-приходской жизни, так и в нашей личной, внутренне-сокровенной жизни. А само празднование 60-летия в следующем году может явиться более могущественно, как таинство странное и преславное, как пели мы сегодня. Будем же, дорогие мои, молиться об успехе этого важного дела. Будем молить Господа в этом году, чтобы Он, вселившись в нас, обновил и осветил нас божественной своей благодатью, своей помощью, дабы свято ходить нам
путями его вечных евангельских заповедей и по-настоящему стать светом миру и солью земли. В радости нашей православной веры будем продолжать творчески трудиться во славу Божию, на благо и процветание нашего прихода, на торжество братской любви и мира в наших взаимоотношениях. Поздравляю всех вас еще раз с мироспасительным торжеством Рождества Христова, с Новым годом, который да будет временем милости Господних, годом мирным и благоприятным, годом благопоспешного прохождения нами, как вышеупомянутой подготовки к 60-летию нашего прихода, так и пути вечного спасения. Аминь. Благословение Господне на вас, такую благодать и человека, который всегда неизвестно, и во веки его. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всеславных апостол, преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, нижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Царьграда Златоустого, святых и праведных, Бога Отец, Ехимаян и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. С добрым сердцем выражаю глубокую свою благодарность отцу Протоиерею Леониду, нашему соседу, отцам деканам, хору и сестричеству за благоукрашение сегодняшнего нашего торжественного богослужения. Сегодняшний вечер в 6 часов будет совершено краткое богослужение в присутствии Курско-коренной иконы Божьей Матери. Интересно отметить, что у этой иконы молился Кутузов перед Бородинским сражением 200 лет назад. Кроме того, наш небесный покровитель, будучи мальчиком, удостоился исцеления после молитвы у этой иконы. Поэтому очень прошу всех постараться прийти сегодня в храм и почтить эту святыню, помолиться за себя, за своих и получить благословение Матери Божией накануне ее праздника. Второй день праздника Рождества Христова посвящается Матери Божией. Если сегодняшний день все наше внимание обращается на то, что Бог стал человеком, то завтра наше внимание будет обращено на преблагословенную Матерь Божию, на ее подвиг. Поэтому очень прошу вас постараться прийти в сегодняшний день, чтобы
помолиться крепко своими словами от всего сердца перед этой древнейшей святыней Русской Православной Церкви. Завтра, по окончании литургии, наше сестричество устраивает рождественский прием с участием Деда Мороза. На этот прием все наши прихожане, все наши дети особенно приглашаются. Просим вас, дорогие братья и сестры, поддержать наше сестричество и после завтрашней литургии продолжить наше братское общение за этой рождественской трапезой. Я еще раз хочу приветствовать нашего дорогого отца Леонида и выразить глубокую благодарность за сегодняшнее его сослужение. Я надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжаться и что мы будем стараться всегда поддерживать друг друга в нашем служении Богу, Церкви и нашим ближним. Спасибо, Господи. Братья и сестры, сегодня будет два креста. Один на обычном месте, а другой на середине храма. Это делается для того, чтобы в связи с тем, что у нас сегодня очень много народу, и, вероятно, все очень спешат в свои дома для того, чтобы вместе со своими отметить сегодняшний великий праздник. Спасибо, Господи, еще раз. Yeah.
вами на цьому писати. Страдает.